того, что Хатем Бен Арфа вернется в Ниццу. Начался поединок. Макс Роберт. Снова Ди Мария. Удар Ди Марии. Голкипер. Выполняет подачу с угла поля. Удар головой. Колонит. Штрафной пытается пройти Максвелла. Получается. Следует пас в центр на Балотелли. Принимает Балотелли. Балотелли. Удар. Гол! Супер Марио! Вышли на Лили, нет. Очень грамотно поступил, не смещая штрафную площадку. Поскольку игроки Paris Saint-Germain все двигаются в штрафную. И остается свободная зона перед штрафной площадкой. Ее еще, конечно, нужно было использовать. И вот теперь мы смотрим, как Марио это сделал. Матуиди проталкивает мяч вперед. Обыгрывает соперника Ди Мария. Удары издали и мимо. Дает свисток Роди Буке. Ну что ж, очень интересный первый тайм. Балотелли выполняет передачу на Жана Микаэля Сири. Снова Балотелли. Право. Рикардо Перейра уже с мячом. Перейра. Следует удар. И снова Пау Фан, только теперь Арнул Суке разгонял атаку. Подключился вторым темпом Рикардо Перейра, да еще как. Ди Мария выполняет подачу на ближнюю штангу. Удар отражает голкипер. Пробил. С угла поля подача. Удар Тиаго Силвы. Гол! 2-1. Пари Сен-Жермен отыгрывает один мяч. Капитан гол в этом чемпионате. Ди Мария закручивает и... Там мог, кстати, и Маркиньюс коснуться. Нет, Маркиньюс все-таки не добрался. И Тиаго Силва не добрался на этот раз до мяча. Бьет Муне издали. Дракслер выполняет угловой. Удар следует. Голкипер реагирует. Едва счет не сравнял. Виктор. Игру остановил. И красную карточку он показывает Мотте. В меньшинстве. Дебиан выполняет подачу на дальнюю. Донис гол! 3-1 на 90. Дебиан. А на Дебиан, да? Затем уже, когда идет пас на Дебиана, у него нет положения в игре. Навешал. Снова контратака, ну а здесь еще одно падение игрока Ниццы, будет еще одна красная. Ди Мария удален. С 3 февраля 2013 года он красный получил в Коруне. Но здесь, вот здесь вопросов никаких абсолютно по красной карточке.